имперской разведки Цири добралась до Новиграда. Искать девушку в самом большом городе Севера было все равно, что попытаться найти иголку в стоге сена. Но Геральт мог рассчитывать на помощь друзей. Ведьмак решил связаться с Трис Меригольд. Чем могу служить? Ты играешь в Гвинт? Вы так решили, потому что я краснолюд? Может, вы еще считаете, будто я знаю всех краснолюдов, а после работы пробиваю шурфы в подвале? Так играешь или нет? Да, да, играю. Так давай играть. Может, на уникальную карту? Почему нет? Thank you.
Так не припомню, когда так позорно проигрывал. Карта ваша. Ты сделал все возможное. У кого еще могут быть интересные карты? Есть, к примеру, маркиза Сиренити. Она об этом не распространяется, но у нее одна из лучших колод в городе. И играет она превосходно. Я знаю, о чем говорю. У него это от природы наклонность, чтобы стать разбойником. Всякого нелюдя. Не прикасайся ко мне. Говорят, ставки будут такие, что хамьё состояние выиграть. Я относно. Там, где можно добыть состояние, еще легче его потерять. Нет, она не дура. А потом что? Добровольное пожертвование в пользу Ритании или изгнание? Рами здоровка, ребята. Зимородок. Откуда такое название? Оно навеяно поэзией мастера Лютика. Может, знаешь? Зимородок – птица чести, что увяз в отхожем месте. Да, слышал. Я принцессе Пенелопе что-то пилось в речке, зопи тоже. Ну, во всяком случае, зимородок всегда открыт для любителей поэзии. У нас бывают настоящие звезды поэтического небосклона. Чем сегодня кормят? Я ищу, с кем бы сыграть в гвинт. Ну, ты по адресу. Если будем играть, я поставлю уникальную карту из моей коллекции. Ясно. Сыграем.
я бы сыграл эту партию совсем иначе, однако. Это только мое мнение. Чма! Чем могу служить? Так что, сыграем? Ясно. Сыграем. Штаны достал. Веди себя прилично, ведьмак. Знаешь, что он пьет по вечерам вместо молока? Кровь. Кровь должна быть тоже колдунская. Вечный огонь ведет! Погоди, плотва. Я должен в это поверить? Нет. А сука, сам не знаю. А, эй, ты чё?
Я тебя предупреждаю. Черные рядания. Лишь бы платили и не били. Ты был в Изиме? Говорят, что это хлев, а не столичный город. Танец. Интересно, сколько она берет за такие выкрутасы? Наверное, ну, больше, хорошо, чем я это умею. А как же торговля с империей? Нет бы взяться за какую-нибудь приличную работу. Белый волк, добро пожаловать в Пассифлору. Да ты, вижу, меня не узнаешь. Мое почтение. Ничего страшного. Когда мы последний раз виделись, наверное, я по-другому смотрелась. Это было... Давно это было. Вы тогда с Лютиком пришли и двумя низушками. Ну и смеху было с этими мальцами. До сих пор вспоминаем. С того времени все тут так и работают? Куда там? В нашем деле все быстро меняется. Толстая Берта вышла за купца. Элла открыла свое дело. А Вишенка в святилище. Это все молится. Только я тут и осталась. Ну так что, позвать девочек? Помни только, это заведение культурное. С лапами сразу не лезь. Девушки у нас с образованием. С ними и поговорить можно, если есть желание. Я бы хотел кое-что купить. Какую девушку ты посоветуешь? Нарцисса тебе понравится. Может, она и не самая красивая, зато очень изобретательная. А как говорила моя матушка, светлая ей память, не в лице веселье. С удовольствием познакомлюсь с новым уловом Пассифлоры. Ну хорошо. Большая. А как же торговля с империей? Новый налог. А этот психопат, который рыщет по городу и потрошит нищих и проституток, без сомнения, это очередной план Менге очистить город. Да что ты? Заскучим ко мне. Я завтра собираюсь закрыть счет в банке Вивальди. И правильно, этот ростовщик дает все меньший процент. Да я беспокоюсь не о проценте, а об инфляции. Рядания? Это факт. Лишь полгода назад на свои накопления я бы купил особняк. Твоя слава летит через тебя, Геральт. На фундамент не хватило. Я мускулистые бедра. Дочь вовсе. Приветствую нового гостя. Мы надеемся, что наши услуги тебя порадуют. Чего изволишь? Если вы меня прославите... Ты эльфка. Как нетрудно догадаться. Я горжусь этим и никогда не пыталась этого скрыть. Насколько я знаю, эльфов в Новиграде не слишком любят. Это мягко сказано. Но не будем об этом. Ты пришел получить удовольствие, а не выслушивать наши жалобы. Ну хорошо. А как же торговля с... Я устал. Я бы хотел расслабиться в компании прекрасной женщины. Лучше всего эльфки. Хороший выбор. Ah!
империи, мы же потеряем долю в морских компаниях. Такие времена, такие времена. Знаю. Ну хорошо. А как же торговля с империей? Мы же потеряем долю в морских компаниях. Все дороги ведут в Пасифлору. И снова здравствуйте. Как взгляну на тебя, начинаю жалеть, что я отошла от тебя. Интересно, ты играешь в Гринд? Конечно. Только на высокие ставки, разумеется. В сущности, без риска эта игра была бы чудовищно сложной. Хочешь сыграть партию? Да, пожалуй.
получается. С удовольствием сыграю как-нибудь еще. Все дороги. Хочешь сыграть партию? Да. Все дороги. Хочешь? Да. Thank you.
Не понимаю, как это можно проиграть. Что ж, карта теперь твоя. Не знаешь, с кем бы мне еще сыграть на редкие карты? В Новиграде славится коллекция Сиги Ройвена. Ты просто обязан с ним сыграть. Бани находятся в Серебряном городе. Советую посетить. Хм. А вы уверены? А, вот ведь была красотка. Теперь помедленнее. Ну да. Где-то я тебя видел. Ходит такой, морда кирпичом, людей пугает. Быстрее. Один раз так, а он? Что из ушей? Ведь на скеллиге, в твоем возрасте и во время войны, да ты с ума сошел. Любой тебе скажет. Эй! Это мы еще посмотрим. Я повесил объявление. Может, и найдется какой храбрец. А ты давай обратно. Черный? Кресло-качалку. Лишь бы платили и не били. Фу. Да пребудет с тобой сила вечного огня. Ведьмак? О, ты верно пришел по объявлению? Не вполне. В чем дело? Я правильно расслышал, что тебе нужен спутник для какой-то экспедиции? Не какой-то, а Замари. Знаешь, когда меня в 1242-м призвали в пехоту, я обещал моей любимой Летте, что вернусь живым, а к тому же привезу ей жемчужину со Скеллиге. Да не какую попало, а черную, самую ценную и редкую. Ну, у тебя и фантазия. Ну да, только словами все и кончилось. С войны я вернулся, и с одной, и с остальных. А вот обещание не сдержал. Но теперь-то я все изменю. Ведь если не сейчас, то когда? Только постарел я за это время. Да ты и сам видишь, один я не справлюсь. Мне нужно надежное плечо, чтобы на него опереться. А лучше ведьмака спутника не придумаешь. Ну так как? Затея безумная, но надо признать, есть в ней какое-то очарование. Если у тебя есть чем заплатить, то я помогу. О золоте не беспокойся. Я его порядочно с разных войн привозил. Встретимся на Скеллиге, у развалин моста под Аренбьорном. Оттуда всего пару шагов до лагуны, где черные жемчужины родятся. Договорились? Да, так и сделаем. До встречи. А что это у тебя мечты не на поясе? Thank you.
Сперва. О, годи, плотва. Я настаиваю. А что ты не сбивал? Кто капитан этого корабля? Он перед тобой. Ну что, вылупился? Да, здесь капитанствует баба. Я должен попасть на скелете. Не на этом корабле. Я хорошо заплачу. Островитяне живут морским разбоем. Я рисковать не собираюсь. Ты плавала туда когда-нибудь? Послушай, островитяне нападают на всех. Если кого ненавидят, тот же Нильфгард. На того нападают чаще. Но на самом деле для них большой разницы нет. Однажды взяли меня на абордаж. Хотели, наверное, проверить, капитан я или баба. После той свалки хватит для меня скеллиги до конца моих дней. Я-то твоего гадского взгляда не боюсь. В таких замечательных природных условиях... Боги! Можем сделать это здесь. Тьма! Но! Сегодня плохой день. Руби Заклятие. Припью.
Чудо, что вы вообще вернулись. Не все. Сучьи пираты. И капитана два корыта. А что? Сколько будет стоить нанять этот корабль? Единство народов не нанимается. У владельцев свои планы. А кто-нибудь в Новиграде сможет меня взять на скелье? В смысле, есть ли тут у нас психи? Есть, конечно. Волверстон по прозвищу Фляга. Спроси его в Золотом Осетре. Он овечек любит, как островитяне. На том они, небось, и спелись. Мастер, не помог бы ты добрым людям? Нам как раз на кружечку не хватает. Мы как-никак коллеги. Вы же мастер-ведьмак, а мы оба мясники. Вы рубите, и мы рубим. Только ведьмакам платят больше. Им ведь и целые деревни скидываются. И богачи грошей не жалеют. Что-то мне попадались злые богачи и неправильные деревни. Ну, не заставляй себя упрашивать, мастер. Ведьмаки всяко людям в беде помогают. Мне кажется, вы устали. Вам, наверное, уже пора домой. И правда что? Мы уже 2 дня так пьем. Да, дело ты говоришь, мастер. Пора домой. Грубо.
Горожане и горожанки вольного города Новиграда, мастер Кровер, то есть я, имею честь огласить, что прием стал открыт. Что принести? Покажи мне свои товары. Я не голоден. А вот в гвинт сыграл бы с тобой с удовольствием. Что принести? На мать его идти.
Ты Волверстон, капитан Атропос. Погоди. Я ли Атропос, капитан Волверстон? Ты... Кто знает? Мне надо на скеллиге. Моя Атропос идет на скеллиг. Все равно везу. Только... тихо. У тебя деньги есть? Держи, этого хватит? Мешок тяжелый, как бычьи яйца. Так что, готов в дорогу? Ты сам-то готов. Ты едва на ногах стоишь. Выясни себе одно. Капитан Волверстон никогда не ходит в море трезвым. Море в одну сторону, Волверстон в другую. Вот и качает потише. Ну так что, в дорогу? Поплыли. Топ. Осталось стременную. И на пассажок за удачу. Здоровья бы, Атропос. Поднять паруса. Сколько мне еще ждать? Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиме. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия, и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер, Геральт отправился на поиски Цири.
Не подходи, убью. Я смерти не боюсь. Вижу, меня выбросило на Артскеллиг. Откуда ты знаешь? На тебе цвета клана Крайт, а Артскеллиг принадлежит им. Ты плыл на Атропос? Да, я думал, у капитана с вами какой-то договор. Может, с Лугасом он и договаривался, а с Крахом нет. Хотя стоило. У нас тут чужих кораблей не любят. А ты-то чего ищешь на Скеллиге? Встречаюсь с чародейками. Йеннифер из Венгерберга. Кайртрольда у Краха гостит какая-то чародейка. Может, она самая и есть? Как выглядит эта чародейка? Одета в черное и белое. Если б не сиськи, можно было принять за косатку. Хотя и с сиськами ее многие спихнули бы обратно в море с большим удовольствием. В Йеннифер много хорошего. Надо только узнать ее поближе. Не сомневаюсь. Знаешь, как попасть в Кайртрольды? Как-нибудь попаду. Держи путь на север, потом повернешь к западу, в сторону залива, и придешь к мосту. Ярл сегодня в порту, и твоя чародейка должна быть тоже там. Спасибо. До свидания.
Такой ли ты крепкий, как выглядишь?